Я помню эту фигню. Агрис на него. Мать твою за ногу. Это будет сложно. Блин! Через него же проходят все. Фак, а как мне с ним быть? Я уже забыл даже. Да пошел ты. Не зря здесь чесночок выдали. Да пошел ты. Хорошо. Мы прошли. Ага, аллилуйя. Оу, это же это место. Как я его ненавидел, помнится. Суть в том. Ай. Здесь есть зеленый ключ. Нам надо попасть на соседнюю. Ну как бы вы видите, что мы никак не можем перебраться сейчас туда, правильно? Проблема заключается в том, что нам нужно прыгать еще ниже, где еще больше врагов, еще больше проблем на наши жопы. Мандаринка. После чего здесь открывается портальчик. Уже из него мы можем телепортироваться сюда обратно. Ау. Чуть не умерев при этом, правда говоря. И теперь уже прыгнуть вот сюда. И вот сюда. Аллилуйя. Здесь еще одна зеленая дверь. Так, СП, ХП, СП. Ну даже не знаю. Я думаю, вот так будет выгоднее сделать. Да хорош, вот этот огонь просто выносит мозг. Просто весь мозг, кстати. Вот я могу так сделать. Дебил, не восстанавливаю ему хп. Ай. Ай. Ладно. Синаж балбес, по-моему, огни восстанавливает хп, насколько мне не изменяет память. Ну, подлетай. А, аллилуйя. Какие прикольные вообще, медленные. Ладно. Здесь начинается самая большая жопа, потому что мы никак, по идее, их убить не можем, а они в нас при этом будут пуляться. И, кстати, помимо всего прочего, у нас будет еще овер до хрена, как атаковать всякая фигня. Это, честно говоря. Честно говоря, не есть плюс. Так, хорошо, он его убил. Фух!
Так, хорошо. Перепрыгнули дальше. Ау, мразь. Нет. Вот этой мрази я ненавижу больше всего, потому что она... Какая же она мразотная, а? Из-за нее все столько всегда проблем. Ну ладно, пока он у меня еще есть немножечко. И у него, и у меня, так сказать. Потом хп и сп макс сделаю, я думаю, нормально будет. Ай, мразь. Ладно, давайте. Используем фигли делать. Эй, я же прыгнул. В чем прикол-то? Почему? Что за фигня? Я же прыгнул. Я же присел и прыгнул. Почему ты не захотел у меня? Также я присел и прыгнул. Вот. Я чё-то недопонял. А, ну да, точно. Вот здесь я ключ не взял. Замечательно. Для того, чтобы... Вот попробуй это вспомнить, да, спустя столько... Ай, столько лет, когда ты уже не играл в игру. Попробуй, как говорится, вспомнить о том, что такая фигня здесь вообще присутствует. Так, минус один, ладно. Давайте возьмем мяч. Так, замечательно. Оп. Ждем. На всякий случай сохраняемся. В игре, правда, здесь сохраниться нельзя было. Бежать сохранить. Там вообще, по-моему, в пещерах сохраняться нельзя. Ну, я не мог туда прыгнуть, потому что там был, по-моему, рассинхрон, насколько я помню. Так, простите, мне нужно употребить. Ну, конечно. Эти рассинхроны меня прям радуют. Одна платформа движется быстрее другой, из-за этого оказывается в точке воссоединения, скажем, назовем это так, да, раньше, чем вторая. То он не прыгает, то он прыгнуть решил. Что за персонаж такой? У меня выбора нет, придется эту жрать. Так, в следующем, видимо. Вот это место я просто ненавидел. Как тогда, так и сейчас. Непонятно иногда бывает, где у них края, потому что ты вроде бы идешь, вроде край. Потом идешь точно так же, но уже край в другом месте находится. В итоге ни хрена непонятно. Так этого можно не убивать, потому что там все равно ничего не будет. А, да, там же еще падаешь, етить твою налево, точняк. Ё-моё. У-ху. Так, это слишком слабый для него меч. Thank you.
Так, мне надо что-то сожрать, чтобы восстановиться. Да хорош! Пиздец, он меня просто зажимает, я офигею. Так, ну я помню, что эфрит ему походу ничего не делает. Так, ну выбора особого нету. Давайте тогда уже использовать вот эту фигню. Убираем его. Здесь ничего лучше не будет, как использовать ее для хила себя. Потому что босс довольно-таки... Довольно-таки геморройный, простите. Ну давай. Да не... Да хорош. Аллилуйя. Вот на такие моменты здесь и нужно жизни. Убираем ее, шмякаем. И что мы здесь видим? Тень. Я пришел из ничего, чтобы стать твоей тенью. Меня зовут Тень. Клянусь верностью служить тебе, Золотой Наруч. Ты можешь вызвать меня из своего отражения. Он уничтожил старого дракона в самом жерле вулкана и нашел тень Повелителя Теней в Храме Темноты. Вот так вот. Ну и, соответственно, инструкция к тени. Своими когтями также можно использовать для доставки предметов. Так. Чтобы стать двойника, который может передвигаться вокруг для... Ага. Закончить вызов. Ну, короче, все понятно. Теперь у нас, видите, такая... Мы как бы мы. Я как бы стал мы. И сейчас начнется жопа. Видали? И вот только теперечи мы можем перемещаться вот здесь вот. Хотя до этого мы здесь перемещаться не могли. Вот такие вот дела. Ну, пока что оставим мечи на всякий случай нетронутыми. Здесь вот лежит камушек, который увеличивает у нас все и вся. И мы прыгаем. Достается, кстати, кстати говоря, вот интересный момент. Когда бьют нас, но у нас с собой тень, бьют не нас, а бьют тень. Вот такой вот прикольчик. Так что у нее тратится от этого СП. Из этой фигни мы можем, по-моему, получить как раз тень. Сколько мне не изменяет память.
Вот, а еще тень нас. Короче, тень вообще не дает нам погибнуть так или иначе, но при этом тратится ее силы, по-моему. Вот с этим геймпадом немножко будет трудно нормально, адекватно мне перемещаться по вот этим местам. Ну, не то чтобы прям совсем трудно, но... Тем не менее. Некие трудности будут возникать. А, впрочем, тень довольно-таки малозатратна, насколько я помню, поэтому... Особых проблем с ней вроде бы не будет, даже с этим геймпадом. Оп. Замечательно. Тихонечку проходим. Вот, видите, не зря я сохранил нашего водяного мага. Этот мужик сидит на горе. Давайте узнаем у него, что же. Кто же он? Зачем же он? Здравствуй, принц. Да, я все знаю. Возьми это тебе. Кольцо окажет тебе неоценимую помощь. Ожерелье, которое ты нашел, принадлежит принцессе Гвин, твоей старшей сестре. Как я знаю, она пропала 10 лет назад. Может, она все еще жива? Теперь возвращайся в замок. Серебряный наруч хочет что-то изнутри замка. Ты должен поспешить, чтобы защитить свою семью. Ну... По-моему, то же самое будет повторять. Ага. Ой, блин, ну хорош. Я понял, да. Так. Я не хотел это сделать. Хотел сделать... Да хорош. Я же помню, что я как-то читерил и создавал эту фигню. Нет, я не это хотел. А, ладно, не будем читерить. К сожалению, только так. Мы не сможем здесь, по-моему, вызвать нашу тень. Хотя нам сказали, что вроде как тень наша вызывается из нас. А мы ее вроде как не вызовем. Ладно, я думаю, что мы пройдемся вперед, посмотрим. Кстати, где мы находимся там? Мы находимся, видите, вообще с другой стороны. Таким образом, мы путешествуем по всей карте. И нам дали жизньку. Ауч. Пам-пам-пам-пам. Ну вот. Пытаюсь выбить эту фигню, но на самом деле проще самому, конечно, это все делать. Типа вот так. Они у нас не бесконечные. Осталось 19 вызовов огненного ифрита. В принципе, я думаю, нам хватит. И все вновь станет поспокойней, ну, более или менее. То есть не будет такой жопоразрывающей боли, которая была на огненном уровне. Который, помнится, я проходил очень-очень жестко. Кстати, знаете, самая большая проблема, которая, какая у меня была? Всю эту игру в свое время я проходил на Сеге. То есть там... Причем, ну как бы, все знают, что
чтобы были на Сеге сохранения, должен быть на копии игры такой небольшой чип для батарейки. Но у меня этого чипа как бы не было. В связи с чем у меня сохранений у игры как бы тоже не было. Поэтому мне приходилось не выключать игру, чтобы пройти. Но мне никогда не доходилось проходить ее полностью. Я не помню, в связи с чем были те или иные моменты, почему мне не удавалось это. Но знаю, что это довольно жестко. Потому что когда ты пытаешься пройти, ты вроде вот уже вот где-то уже в конце, и все равно. Доходил я, кстати, максимум, по-моему, до руин. Честно говоря, это мне всегда казалось довольно жестким местом. Я очень не любил руины. Что там тоже попа боль. И ничего хорошего, короче говоря, там нету. Так, ну вниз мы пойдем, по-моему, как раз вроде бы в город, да? О, наши старые, мать его, друзья, летучие мыши. Ну, хоть хавку можно поднимать, который пока здесь теперь будет море. До этого-то хрен ее поднимешь. Сейчас, пожалуйста, хоть 200 штук. Интересно, а как выглядят зажаренные летучие мыши? Так. Давай, разбирайся с ним. Разбирайся со здоровяком. Ау. Чесночок. Люблю чеснок. Штука хорошая. Как в игре, так и вне игры. Как говорится. Так. Давайте вы мне не будете мешать, друзья мои. А эти взрываются, по-моему, да? Ау. Мразь, это меня настигла. Или вот мы как раз идем. Ты тут охренел, слышь? Вы видали это вообще, да? Ну что-то совсем охренел. Так, ладно, нам на самом деле надо в замок. Я сейчас не туда, если честно, иду. Здесь мы походить с вами еще успеем. Потому что замок находится в другой стороне. Ну, почему-то всегда казалось, что здесь где-то секретка должна быть. Но, видите, что-то здесь ничего нет особого. Зямок, 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 зямок. Сюда еще, кстати, по-моему, тоже можно пройти. Как вас здесь, блин, много. Надо хавки перед замком набраться. Где ты? Ничего не выпало? Серьезно? Мразотная это, а? Гадость такая. Вот здесь еще один вылез, видали? Хавка есть, хавки нет. Окей. Ну, значит, выходим тогда к замку.